Нужно скорее попасть к Гарри. Мистер Осборн, все в порядке? Я волнуюсь о Гарри. Но мне не с кем больше поговорить. Он сам на себя не похож. Нет. Гарри тут нет. Что это? С днем рождения. Говорят, что время лечит. Это неправда. Каждый день без тебя все труднее. Если я лишусь и Гарри, то не знаю, что стану делать. Норману очень тяжело. Нужно найти Гарри и спасти его. Я давно не говорил с МДЖ. Надо ей позвонить. Ужасно. Прекрасно! Правда? С темой ты попала в точку. Яблочко, блестяще. Все обсуждают твою статью. Так пишет редактор. Редактор? Поздравляю! Твое первое задание к утру написать что-нибудь еще в таком же духе. Драма, скандалы. Все как здесь. Как здесь? За работу! МДЖ. Меня не уволили из Бьюгла. Кажется, меня даже повысили. Тебе ведь это и было нужно? Да, я так и думала. Так это... Здорово. Да. Слушай, с Гарри произошло кое-что плохое. Что? Что с ним? Ну... Погоди, мне в дверь стучат. Это трудно объяснить. Просто тебе сейчас лучше его избегать, ладно? МДЖ. Какого черта? Возьми трубку, МДЖ. Привет, это МДЖ. Черт! Можете оставить сообщение, но если это важно, просто напишите. Лишь бы ты была цела. Человек-паук, как самочувствие? Нервничаю, паникую. Я о физических симптомах. Боли, усталость. Да. Что? Симптомы? Я посмотрел свои записи за несколько лет. Симбиот транслирует коллективное сознание. Общий разум, в котором я был? Был. Слишком оптимистично. Он все еще в тебе. Что? Поводов для паники нет, но, возможно, стоит провериться в лаборатории. Не могу, Дов. Есть проблемы серьезней. Мне пора. Держись, МДЖ! Я должен быть дома!
такой хмурый. Кофе? Давай поговорим. Тебе, наверное, уже надоело делать мир лучше день за днем. Но я помогу. Просто позволь мне. Ты сам не свой. Нет! Это я настоящий. Я, наконец, могу сделать нашу мечту явью. А ты бросаешь меня? Гарри, нужно снять с тебя эту дрянь. Не смей звать нас дрянью. Гарри, теперь мы. Отпусти ее! Джей, прости. Джей, ответь мне! Я не стану отвечать! Не стану искать одобрения! Ни твоего, ни чего-то еще! Одобрение? Если ты о своей работе! Прекрати! Прекрати! Я о себе! О себе! Не о работе и не об этом идиотском доме! И в кои-то веки не о тебе! Обо мне? Эмджей, ты о чем? Не лезь не в свое дело! Тебе я главная! Я не хочу ей навредить! Громко! Больно! Я знаю, ты там! Слушай эти голоса! Они тебе врут!
Я их тоже слышал и знаю, каково это! Опять ты о себе! У тебя нет работы! Ты не можешь платить за дом! У меня есть работа! С Гарри! Все хорошо! Ну, надолго ли? Тебя заботит лишь одна работа! Человек-паук! Неправда! Я нужен людям! И ты это знаешь! Что же будет с городом без тебя, Человек-паук? Посмотри, что с ним благодаря тебе! Я все исправлю! Я всегда... Мы исправлялись! Вечно я вторым номером! Я живу в твоей тени, а мои мечты идут прахом! Вот тебе правда! А как же твоя книга? Ты говорила, что хочешь помочь людям! Никто не читал! Всем все равно! Неправда! Если я помогла хоть кому-то, все не зря! Я читал! Мне помогло! Я вечно тебе помогаю! Ты постоянно встреваешь в мою жизнь! Ищешь ответы! Как громко! Ищешь ответы! Помощь! Потому что лишился работы или сидишь без денег! А я пишу то, что не верю для мужика, которого презираю, чтобы помочь тебе! Я не думал об этом! МДжей, уволься! Я что-нибудь придумаю! Мне больно! Ты нам не нужен! Ты нужна городу! Ты нужна мне! Не ври мне! И ты мне нужен! Хочешь быть тем, кто сильнее? Боишься, что не будешь особенным? Что? Нет! Есть столько всего, в чем ты сильнее меня! Ты в одиночку поддерживала наши отношения! Прости, МДжей! Я принимал тебя как должное! МДжей уже нет! Нет! Это не так! Прости, что причинил тебе столько боли! С домом! С работой! С нашей жизнью! Я обещал исправиться, но не сдержал слова! Я должен был слушать! Должен был поддерживать! Мы же команда! Мы с тобой! Ты не должна приносить свою жизнь в жертву моей! Твои мечты не менее важны, чем мои! Ты лжешь! Пойми, ты тоже важна! Хватит! Правда.
Ты... Я в порядке. Да, вроде в порядке. Ты победила! Постой. Еще нет. Вотсон, где мои яблочные оладьи? Я не собираюсь платить 2,5... Джона, поцелуй меня взад. Я увольняюсь. Вотсон! Ты крутая. Я чуть не потерял тебя. По-моему, я и правда потерялась. Не только из-за симбиота. Я заставляла себя поступать против совести. Это в прошлом. Прости. Это не ты. И я тоже был не в себе. Пит, я... Пит, это что-то вроде коллективного разума. В нем был ты и Гарри. Ему нужен какой-то камень. Майлз сейчас в ратуше. И... Иди. Я тебя люблю. А я тебя. Я тебе писал. В ратуше дела плохи. Двигаю туда. Прости, да, тут сложности. Скоро буду. Думаешь, это Гарри? Наверняка. Я только что видел его в Куинсе. Он сделал МЖ симбиотом, только хуже. Что? Она в норме. Она вырвалась. И, к счастью, быстрее, чем я. Коннорс считает, я слишком долго носил костюм, и часть осталась внутри меня. То есть, когда ты говорил про сложности, ты не шутил? Все по очереди. До встречи, Майлз. Хорошо. Давай. Кстати, нужно кое-кому позвонить. Питер? Мисс Моралес, вы добрались до дома? Я просто, ну, я хотел убедиться. Ничего, мы в порядке. И, Питер, я не злюсь. Но в следующий раз отвечай на звонки. Конечно. Да, обязательно. Уж надеюсь. А теперь помоги моему сыну.